Я теперь тоже в кадре. У нас тут очень крутой свет. Лампы. Сейчас будем готовить. Что мы будем есть? Я, кстати, Таня сделала дневной макияж. Она была в шоке, что я полчаса ей что-то там делала. Тут называется вот. Дневной макияж. Ну, брови. Смотрите, все как... Ну, красота, красота. Можно на свидание. Нет, нельзя. Не хочу. Ну, красота. Расстроился. Ругается. Так, да. Так, давайте посмотрим, какие продукты нам для этого нужны. Красный перец. Соль нам не нужна, потому что у нас есть соевый соус. Видишь, так если снимаешь, то засвечивает лампочка. Вот так. Я извиняюсь, без прически сегодня, потому что я с массажа. И мне очень сильно печет спину, я, наверное, 20 раз уже сказала, она мне просто доктор намазал какой-то пекучкой с перцем. И оно у меня сейчас только проявилось. Прошло сколько? 2 часа? С момента, как я... Закончила процедуру, у меня только начала печь спину, и просто невозможно. Будем Наташу лечить вкусной едой. Я не против. Жарятся наши морепродукты. В общем, мы приготовили вот такую вот вкуснятину. Ну, как мы, я помогала, Таня готовила. Сейчас у нас будет такой ужин при лампах дневного света. Сделали гренки. Улиточки готовы. А что, Таня еще тут ломает какие-то... Это одноразовые вилки. Если у вас нет зубочисток, я беру просто одноразовые вилки, чтобы мы смогли с вами достать улиточку. Вот так вот. Так, мимо. Вот она. Большое спасибо, что были с нами. Мы сейчас будем приступать к вкусному ужину. Вы обязательно заглядывайте к Тане на канал, где, собственно, и показан этот очень простой, но очень вкусный рецепт приготовления такой вот вкусной лапши. Девочки, приятного аппетита! До встречи у меня на канале. Пока. Всем пока!